Вот кровушка. Вот он сидел. Вот этот заяц более матерый. Ребята, всем доброе утро. У нас все как всегда, мы снова на охоте. Такой вот пасмурный денечек, минус 4, чуть-чуть сыпет крупа. Вчера была небольшая метелька. В общем, все как обычно, охотимся с собачкой, с братом, с товарищем, втроем. Третью охоту, уже третью, по-моему, да, тестирую насадочку Gemini. Дай бог покажу вам сегодня, как она работает, если повезет. Ну все, что, наблюдайте, мы пошли охотиться. Зайцы должны быть в посадке. Я вот уже вижу два следа, которые жрали тут и примерно в сторону посадки. Тут одного он гром распутывает, по второму я иду. Свежие, с двойки, скидки. И где он, скотина? Есть, братан, есть! Сейчас он сам пусть придет к зайцу. Прям на меня в упор бежал, братан. Гром, может, шуганул. Гром, получается, подшумел. Куда ты хоп? Ну вот сам, как он на меня шел в голову. Старый ли? Небольшой зайчик. Ну что, ребята, с поля меня и с обновой, с полем, вернее, мою насадочку новую, Gemini. Отработала штатно. Дистанция сколько тут? 20 метров. Сноп раскрылся хорошо. Одним выстрелом заяц взят, единичка. Ну вот ширина снопа, даже я не могу сказать какая. Вот легла дробь. Вот клочки шерсти. Ну вот на 20 метрах. А, ну вот она. Я не знаю, на видео это будет видно, нет? Сейчас, секунду. Посмотрю сам в объектив. Вот видно, как вот чистый белый снег, как в зайца попало, дробь обнесло. А все остальное, вот тут сейчас будет видно. Вот, то есть середина была пустая, а все остальное вот видно, как пошла дробь. Громко, уйди. Ну, насадочка отработала штатно. Будем проверять дальше. Он тебя шутером, да? Шел. На тебя шел. Да, я же говорю, он прям на меня идет, прям на меня прыгает. Ну, это значит, он на шуганул. Он да я же тебе говорю, конечно, гром поднял. Твой, твой, твой. Твой гром, твой, молодец. Дайте себе шнурок. А может потащишь?
Нашел место выстрела, подобрал свою гильзу. Хочу посчитать шагами, сколько до открывшегося контейнера рязанского, сколько было до зайца. Большие шаги метровые. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, четырнадцать ДПЖ, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать четыре. Тридцать больших шагов. Больших. Не маленьких, не 70-сантиметровых. Фу, запыхался. Вот дробь. Как разошлось хорошо. Метров 15 покрытие по снегу. В длину. Даже нет, даже дальше. Лёшку нашел? Громко не топчи, дай посмотреть. Ну вот, скачу, смотри, спрыгнул. Походу, да? Блять, гром здесь. Ну вон гром прошел, да, получается, боком. Да, вот Лёшка. Как раз получается гром с той стороны прошел, его шуганул. Он на эту сторону, видишь, и в обратку, а тут я. Гром молодец, зайцу не повезло. Умница, громко, умница. Вон сейчас тебя гром пригонит. Что там? Братан, он откуда его стрелял? А этот где? Так это гром вот, наверное, его и взял. Вот приход. Ну что в итоге-то? А куда, в поле или по посадке? Вот этот куда делся след? Ну вот, же говорю, туда зашел и вот вышел, вот. Вот это он, если... Вот он там где-то лег, гром его и поднял. Он отсюда прям пошел по нему, по этому следу. Вон заяц, вон заяц, вон. По полю идет? Ну вот надо смотреть в посадку, вернется или нет. Он, короче, по полю раз сюда, заяц. Грома отвлекал, гром, видишь за ним? Я не вижу. Вон, видишь? Серый, надо идти смотреть, может он в посадку вернется. Он сейчас может вернуться, вот так пойти. Иди, выскочи на дамбу, блядь, надо видеть глазами, что происходит. А я здесь эту сторону подстрахую. Ты на край посадки выйдешь, чтобы смотреть, а сам особо на поле не вылази, чтобы тебя не видно было издалека, если что. Гром гоняет там далеко. Заяц хитрость, двойку сделал и в щепыгу в кусты. Выхода нет. Потом с другой стороны нашли выход. А он перешел через сторону и прям под дорогу лег. Прям вот под самую дамбу. Машины ездят, ему по барабану.
Сейчас вот там по полю далеко идет. Он сейчас братан будет контролировать. Ну, он туда, если пойдет, ему по-любому подниматься по какой-то из посадок или по дороге. То есть он где-то должен на разрыве куда-то деться, он не будет прямое направление держать. Смотри, наблюдай. Должен пойти вверх или по твоей, или по моей посадке. Есть, братан! Блин, он под ранком начал убегать. Я тут кувыркнулся через башку, но ничего, все, лег. Ху, ребята, время вечер. Мы заканчиваем, уже к машине практически шли. И, как я говорил, гром поднял зайца. Погнал его по огромному кругу, я не знаю, километр на 3,5-4. И главный брат у меня вон смотрит, куда собака пойдет. И мне по рации сообщают. Огром у нас гонит. Получается, вон тем полем перешел заяц через асфальт и по этой посадке. Вот на меня сейчас выскочил. Ну, вы видели, наверное. Специально к зайцу не подхожу, вон он лежит. Собака должна прийти сама по следу. Сама должна понять, что она его пригнала. И сама взять своего зайца. Кувыркнулся, слышу, вот тут вот упал. Думал, что заяц уходит. Настроение огонь. Вот только собачку теперь дождаться. Братан, ты видишь собаку-то, нет? Надо, чтобы он по следу сам пришел к зайцу. Далеко я его стрелял. Сейчас я вернусь к месту стрельбы. Еще раз проанализирую ситуацию. Так, вот мои гильзы. Раз. Эй, куда делась? Как далеко до столба? Метров 20? Метр 35-40. Но он уйти просто мог, он туда. Я бы не смог стрелять, поэтому пришлось. Собака молодая, на асфальте. Не может найти скидку заячью. Пойду помогу ему. А, вон он идет, красавчик-то мой.
Вот место падения. Вот кровушка. Да ты мой красавчик, Гром. Умничка, умничка, молодец. Твой заяц, твой. Да молодец, молодец, умница. Пригнал зайца, пригнал. Красавчик. А, Громушка, приятно, когда сам пригнал. Да ты мой молодец, умница, умница. Не знаю, кто больше еще рад, ты я или Гром. Доволен, Громушка, отдыхай. Отдыхай, Гром, отдыхай. Молодец. Молодец, молодец, молодец. Умница. На-ка, вот тебе пазанок за это дело. Пазанок тебе, Громушка. На, быстрей. На, грызи. Умница. Вот этот заяц более матерый. Вот эта охота состоялась. Это я понимаю. Сейчас, подожди. Подожди ты, подожди. Сбросим мочу у него. Твой, твой, твой. Молодец, молодец. Умница, Гром, умница. Все, пошли. Ты слышишь, что я тебе говорю или нет? Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, мой пес хочет зайца. Гром! Короче, Гром настолько доволен, что взял первого зайца, что хочет его, короче, ну как вам это сказать, Гром, Гром, зайца не для этого. А трыщ сказал, нельзя зайцев трахать. Че, дурень, что ли? Зайца пригнал, молодец. Сношаться с ним не нужно, придурочный. Yeah, we said we'd